Друзья, всем большой привет! Сегодня у меня для вас обзор из магазина низких цен «Светофор» по адресу город Ульяновск, Димитровградское шоссе, дом 8. Всем приятного просмотра! В продаже есть стеллажи 8-секционные размером 139 на 70 на 29 сантиметров, изготовлены из ЛДСП, цвет белый и дуб санома, цена 2184. Привезли уже грунт универсальный в больших пакетах, объем здесь 60 литров. Изготовитель Россия, город Краснокамск. Инструкция по применению имеется. Стоимость 175,50. Также в продаже появилась сеть от птиц, называется «Ягодка». Размер 3 на 4 метра, лесной зеленый цвет. Производитель России, стоимость 100 рублей. Еще одна новинка – это ящик для растений, называется «Домашний сад». Он с поддоном и системой прикорневого полива. 22 литра объем, 60 сантиметров длина, цена 148. Также есть рассадники дома, дача. Здесь комплект, один ящик, 12 стаканчиков по 250 мл. Сетка садовая, зеленого цвета. Ширина 1 метр, длина в рулоне 10 метров. Цена 399 рублей. Также в продаже есть ящики для рассады черного цвета, объемом 10 литров. Стоимость 60 рублей. А это баки хозяйственные, универсальные, с крышкой и с ручками. Объем 60 литров, цвет только зеленый в наличии. Производитель России, цена 498. А это опрыскиватель ручной, он помповый. Объем 3 литра, изготовитель России, стоимость 218. Также есть в продаже стаканчики для рассады. Продаются они набором по 10 штук, объемом 400 мл, цена 70 рублей. Пластиковые ведра также есть в продаже объемом 10 литров, в наличии 2 цвета, подходит для пищевых продуктов, цена 95. Стол кухонный на металлических ножках со столешницей ЛДСП, стоимость 1677 рублей. В продаже есть носочки детские махровые, продаются в спайке по 3 пары, размеры 17 по 24, цена 133 рубля. Также есть женские шерстяные носки, они укороченные, в составе шерсть 95% и акрил 5%, изготовитель ИП делает, Воронежская область, Россия. Цвет в ассортименте, цена 40 рублей. Колготки капроновые тоже есть в продаже, плотность 40 ден, два вида, гламур и малини. Цена 88,50. А это светодиодный аккумуляторный фонарь, два в одном, может использоваться как фонарик и как прожектор. Здесь есть дальний и ближний свет, заряжается от сети, производитель Китай. Стоимость 205 рублей. Также есть ножницы садовые с лезвиями из нержавеющей стали. Длина 19 сантиметров, изготовитель Китай. Стоимость 115 рублей. Также есть светильники настенные от торговой марки «Старт». Цветовой поток 350 люмен, зарядка от солнечной батареи и имеется датчик движения. Производитель тоже Китай. Цена 247 рублей. Набор инструментов универсальный. Здесь содержатся все необходимые предметы для ремонта. Всего в наборе 22 предмета. Покажу поближе, как выглядит. Тоже производитель Китай. Цена 279 рублей. Шнур бельевой длиной 150 метров, в составе 100% полипропилен, изготовитель Новосибирск. Здесь в наличии в ассортименте по цвету, цена 131 рубль. И есть еще шпагат полипропиленовый, длина в мотке 500 метров, изготовитель тот же, по цвету есть вот такой темно-серый и коричневый. Стоимость 117,60. Нить капроновая, крученая, 80 метров в катушке. Здесь в упаковочке 4 штуки, 2 белых катушечки и 2 черных. Цена 100 рублей. Профессиональное средство для дома – это жидкое мыло «Милдимед». Аромат – мятный чай. 5 литров объем, огромная бутыль, изготовитель Россия. Цена 140 рублей. В магазине «Светофор» в продаже есть одноразовые станки «Рапира Спринт». Они с двойным лезвием, в упаковочке 10 штук, цена 61,80. Также есть вата, нестерильная, медицинская, хирургическая. 100 грамм в упаковочке, стоимость 42 рубля. Ватные палочки в мегаэкономичной упаковке, здесь 500 штук, в составе хлопок, изготовитель Россия. Цена 67 рублей. Детский стиральный порошок в бане, деликатный, подходит для белого и цветного белья, 4 кг масса, подходит с первых дней жизни, цена 207 рублей. В продаже есть средства для посудомоечных машин «Мистер Дес» с активным кислородом, эффективно удаляет жир, нагар и следы от чая и кофе, цена 54 рубля.
Ополаскиватель для посудомоечных машин, тоже торговая марка Мистер Дес. 500 мл в этом флакончике, без разводов, без пятен, цена 43 рубля. В продаже есть мицеллярная вода для снятия макияжа. Подходит для всех типов кожи, содержит гиалуроновую кислоту и витаминный комплекс. Объем 500 мл, стоимость 52 рубля. Также есть скраб для тела, шоколадный, омолаживает и тонизирует кожу. Масса 720 грамм, изготовитель город Санкт-Петербург. Покажу поближе, как выглядит. Есть еще в наличии клубничный скраб, тонизирует и омолаживает кожу. Стоимость 79 рублей. Черное мыло для бани и душа, называется «Сокровище Африки». Содержит масло ши для интенсивного питания кожи. 450 мл, цена 111 рублей. А это органайзеры пластиковые, внутри с вкладкой, закрываются крышкой на защелке. В наличии два варианта по дизайну, 4,5 литра объем, цена 140 рублей. Покажу, как выглядит он внутри, этот органайзер. Внутри лоточек с четырьмя отделениями разного размера и сам прозрачный органайзер. Закрывается плотно на защелке. В продаже есть тазы пластиковые, квадратные, со сливом и с ручками. Объем 10 литров. В наличии два цвета, голубой и красный. Цена 79 рублей. Также есть наборы для уборки. Это совок со щеточкой. Они с длинными ручками в составе полипропилен. Два цвета в наличии. Изготовителя Россия. Стоимость набора 199 рублей. Также есть самоклеющиеся панели с дизайном кирпичики. Цвет молочный. Размер 70x77. С обратной стороны у нее клеевой слой, покрытый бумагой. Цена 76 рублей. Гладильная доска Lina 1. Она с подрукавником и с выдвижной подставкой под утюг. Размер 112x34,5, цена 818 рублей. Корзина для белья с крышкой и с ручками. Объем 48 литров, стоимость 379 рублей. В наличии два дизайна и три цвета. Также есть полочки настенные, металлические для ванной комнаты. Они двухъярусные. Посмотрите, есть два варианта. Есть вот такая с полукруглыми краями, а есть прямой вариант. Высота примерно 40 сантиметров, изготовитель Россия. А еще вижу третий вариант, смотрите, какая интересная. Здесь уже одноярусная полочка и 4 крючочка. Интересно. Цена на все одинаковая, 199. Полка для обуви, трехъярусная, сборно-разборная, 60x30x53 сантиметра ее размер. Продается в разобранном виде, вот в такой коробке, изготовитель Россия. Цена 456 рублей. Из мебели в продаже есть еще комоды на 4 выдвижных ящика. Они изготовлены из ЛДСП. Покажу поближе, как выглядят. Выкатывается не полностью. Размер комода 78x40x80 см. Стоимость 3023 рубля. Также в наличии есть еще комоды на 3 ящика размером 70x72,5x42 см. Цена 2889 рублей.